Разводим запуск с первонакрово. Проверяем, в каком положении находится вот этот тумблер. Сейчас он в нейтральном положении. Также у нас есть положение с панели управления, либо управление с пульта. Для начала запустим с контрольной панели. Включаем зажигание. Ждем, пока у нас загорится наш экранчик. В данный момент, как мы видим, у нас он заблокирован. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни жали, он будет у нас заблокирован. То есть, хоть мы зажмем, хоть мы нажмем, покуда мы не посигналим, не нажмем стоп, он у нас с блокировки не снимется. Все, у нас поменялся статус, можно запускать. Нажимаем. Как видим, через 3 секунды он у нас запустится. Также у нас какое-то время надо подождать, чтобы он полностью остановился. Все, после остановки он нам пишет, что можно запускать его снова, без всякой разблокировки. Проделаем ту же операцию, только через вот этот вот пульт. Точно так же, включаем зажигание, ждем, пока у нас заработает и напишет статус. Как мы видим, статус опять заблокирован. Что бы мы ни жали, сколько бы мы ни сигналили с этой контрольной панели, он у нас уже не запустится. Дальше берем наш волшебный пульт сбоку. Во-первых, отщелкиваем кнопочку, нажимаем кнопочку старт, ждем, пока у нас загорится зелененькая кнопочка. Все, загорелось. Опять же, пока мы не посигналим, то есть, что бы мы ни делали, как мы видим, ничего у нас не меняется, нигде, ничего. Все. Также нажимаем второй раз. После чего на стоп. Все. На панели у нас опять пишут, что готов к запуску. После чего нажимаем старт. Пошел отсчет. Работает. Точно так же с пульта мы его можем и заглушить.